Президенты Беларуси и Судана сегодня проведут переговоры в Минске. В нашу страну с официальным визитом прибыл Омар Хасан Ахмед Аль-Башир. Лидеры подробно обсудят реализацию прежних договоренностей, достигнутых во время визита белорусского лидера в Хартум в январе прошлого года, а также дальнейших контактов на других уровнях. В центре внимания и самое перспективное направление торгово-экономического сотрудничества, в том числе в сферах промышленной кооперации, сельского хозяйства, энергетики, добычи полезных ископаемых и гуманитарной области. Переговоры во Дворце независимости пройдут в узком и расширенном составах. Итогом, как ожидается, станет совместное заявление лидеров двух стран. Планируется подписание около 20 двусторонних договоров, соглашений и контрактов. В программе визита Омара Хасана Ахмеда Аль-Башира участие в церемонии официального открытия посольства Судана. Отмечу, Судан для Беларуси один из важнейших партнеров в Африке. За последние два года наш экспорт в эту страну вырос, а количество товарных позиций почти удвоилось.